Как и у любого ребенка, у меня была мечта с детства выучиться и стать хореографом и открыть свою студию танца. Пожалуй, не все из детских мечтаний впоследствии превращаются в реальность. Причины, как правило, разные. Кто-то меняет одну свою мечту на другую, кому-то мешают страх и неверие в себя, а третьи пытаются, но не получается, или некому вовремя помочь. Татьяна Абдыкаримова свою мечту исполнила. Она стала хореографом и открыла собственную студию танцев. Во многом благодаря поддержке государства в лице дорожной карты бизнеса 2020. Исходя из своего опыта, я бы хотела пожелать предпринимателям, чтобы они вычеркнули слова «я не», «а вдруг не» или «я не смогу». То есть человек должен, если у него есть мечта, человек четко должен следовать ею и не думать, что это мечта. Он должен ее осуществлять и превращать ее в реальность. Сегодня молодая, успешная бизнес-вумен уверенно строит планы на будущее. Стоять на месте Татьяне Абдыкаримовой никак не хочется. До того момента, как открыть танцевальную студию, начинающий предприниматель 5 лет проработала хореографом в бюджетной организации. Поэтому возможности были скованы. Дети участвовали лишь в общегородских мероприятиях, а хотелось, чтобы они блистали и вне пределов родного Лисаковска. Решив рискнуть, она обратилась в региональную палату предпринимателей и не ошиблась. Там ее подробно проконсультировали, однако в первый раз защитить свой бизнес-план не получилось. Татьяна попробовала снова, и на этот раз удача ей уже улыбнулась. Я прошла первый тур, я прошла второй тур, и в конечном итоге нам дали грант, который мы потратили на развитие студии. Мы пошили себе новые сценические костюмы, очень хорошие, очень богатые. У нас появились хореографические станки, потому что мы работали без них 2 года. Это была огромнейшая помощь, которую оказало нам государство. Грант составил 1 600 000 тенге. 1 100 000 пошли на покупку костюмов. Остальные 500 000 на приобретение мебели, танцевальных станков и системы видеонаблюдения. В школе танцев «Вдохновение», так называется и сам ансамбль, кстати, один из лучших во всем регионе, занимаются около 100 детей. Им от 3 до 18 лет. Учатся танцам и взрослые, и пожилые. Хореографов в студии 2, их зарплата порядка 60 000 тенге. Стоимость занятий от 3 500. В месяц школа зарабатывает больше 300 000 тенге. Я очень довольна своим результатом, я очень рада, что наконец-таки моя детская мечта сбылась. Конечно же, в ближайшем будущем, я думаю, что наша студия будет расширяться, мы будем расширять наши горизонты. Мы в этом году, так как мы уже окончательно обосновались, открываем еще швейный цех. В дальнейшем это будет еще одно наше маленькое дело, которое прибавится к нашей хореографической студии. Занятия в уютной и светлой хореографической студии для этих девчонок – целая жизнь. Здесь они находят самих себя, находят друзей и любимых наставников. Когда-то и сама Татьяна была точно такой же влюбленной в магию танца девочкой, которая, повзрослев, исполнила свою детскую мечту – танцевать и учить этому искусству других людей. Это мой личный успех с дорожной картой бизнеса.